23 года своей жизни посвятил любимому многими жителям Балакова виду спорта, гонкам на гаревой дорожке спидвей. Отстаивая спортивную честь страны в составе сборной Советского Союза, он прославлял город Балакова, тем самым сделал спидвей визитной карточкой нашего любимого города. В первые годы спортивной карьеры он увлекался не только спидвеем, но и мотокроссом. Регулярно завоевывал первые места. В 1971 году впервые стал чемпионом в личном первенстве РСФСР среди взрослых и СССР среди юниоров. С 1972 по 1977 заочно учился в Балаковском инженерно-технологическом институте. Валерий Дмитриевич 4 раза выходил в финал личного чемпионата мира, где входил в восьмерку сильнейших гонщиков планеты. В составе команды «Турбина» Валерий Дмитриевич 8-кратный чемпион Советского Союза и 5-кратный чемпион в личном зачете. Всего Валерий Дмитриевич 13-кратный чемпион в личных и командных зачетах. Является неоднократным чемпионом в различных спартакиадах народов СССР, в том числе в составе Саратовской области. Кроме того, является победителем «Золотого шлема» 1979 года, проводимого в Австрии и многих других соревнованиях международного уровня. В 1977 году Федерация мотоциклетного спорта СССР вручает команде «Турбина» на вечное хранение переходящий кубок чемпионата СССР высшей лиги, ставший 5-кратным чемпионом Советского Союза. В настоящий момент кубок находится в музее спортивной славы города Балакова. В 1992 году закончил свою спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу. С 2003 года занимал пост главного тренера СТМК «Турбина». С 2006 года назначил на должность руководителя отделения спидвея при спортивно-технической школе Ростова. В августе 2014 года был приглашен на пост главного тренера МАУДО «Турбина». На настоящей должности работает в настоящее время. В 2018 году под руководством Валерия Дмитриевича Гордеева гонщик команды «Турбина» Чалов стал победителем полуфинального личного чемпионата Европы, проводимого в городе Балакова на стадионе «Труд». В 2019 году сборная команды России, возглавляемая Гордеевым, в составе которой входил гонщик команды «Турбина» Владимир Бородулин, стал победителем чемпионата Европы среди пар, проводимого также в городе Балакова. В 2016 году ему присвоена первая квалификация тренера преподавателя. В 2017 году присвоена высшая категория тренера по мотоспорту. В 2020 году присвоена категория судья высшей категории. Валерий Дмитриевич женат, имеет 3 детей, имеет следующие награждения. В 2015 году благодарность главы администрации БМР, почетная грамота главы администрации БМР. В 2016 году благодарность Министерству молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области и благодарность главы БМР. В 2017 благодарность губернатора Саратовской области, в 2018 благодарность главы БМР и почетная грамота Балаковского муниципального района. В 2019 занесен на доску почета Балаковского муниципального района. В 2020 году благодарственное письмо главы Балаковского муниципального района. Прошу поддержать кандидатуру Валерия Дмитриевича на звание почетный житель города Балакова. В результате тайного голосования принято решение присвоить Гордееву Валерию Дмитриевичу звание почетный гражданин города Балакова. Поздравляю!